В отделение скорой медицинской помощи поступило 189 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 109 человек. Общая заболеваемость ОРВИ находится на низком уровне. Диагноз грипп не выставлялся. В акушерском отделении появилось на свет 8 младенцев. Системы жизнеобеспечения города работают стабильно. Ликвидируются небольшие проблемные участки на трубопроводе холодного водоснабжения. Процесс восстановления объектов проходит в плановом режиме. Сегодня с точки зрения отключения потребителей у нас есть только дома частного сектора 8-го микрорайона. И сегодня отключили, сегодня включим обратно. Там есть дефект на квартальной ветке водопровода холодного водоснабжения. 29 ноября в 16:00 состоится торжественное открытие выставки «Дорогами языка и культуры». 30 ноября в 13:30 в Доме детского творчества состоится муниципальный этап фестиваля «Юные таланты за безопасность». И 3 декабря в понедельник с 10 до 12 на Кургане Славы состоится возложение цветов и венков, посвященное Дню неизвестного солдата. В эту пятницу планируется проверка системы оповещения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Население просят сохранять спокойствие. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.